Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман удостоен ордена «Достык» – «Дружба» второй степени за вклад в развитие двусторонних отношений по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он получил награду из рук казахстанского посла Эрмека Кошербаева на торжественной церемонии в депредставительстве республики в Москве. Михаил Гусман обратился со словами благодарности в адрес президента Казахстана за столь высокую оценку его вклада в укрепление связи между Россией и Казахстаном. «Я действительно очень благодарен за эту награду и бесконечно высоко ее ценю. За последнюю четверть века моя жизнь, профессиональная деятельность неразрывно связаны с Казахстаном», — сказал он.